Поехали. 122. Making food, then going back to bed after making my 24-hour timer. Wait, what? Oh, you mean you will do like 24-hour stream? Like, soon? Bloggers? Так, поехали. Что-то долго запизделись. Опять 2 хп, сегодня, по-моему, весь день 2 хп старта. Ладно. 2, не 1, по крайней мере. Телепатия и адреналин. Телепатия. Опа. Опа. У нас есть победитель. Чёрё выигрывает. Так. Записали. Чёрё. Он здесь? So I guess you won. You can do song request if you want. Because you got the active rate. Так, так. Он же не выигрывал, да, в этом месяце? Вроде нет. Все расставил. Взялся аж 50-летний ВАЗ. Подожди, 50-летний? А, я пропустил твой алерт, подожди. А, реально пропустил. Спасибо за рестап Oxygen. Запизделся. Спасибо. Спасибо за 6 месяцев. Запизделись, а. Бывает такое. Привет, новатор. Так, все, поехали. Надо не обосраться, вот что я думаю. Потому что 2 хп это стрёмно. Ну, кстати, башка языка даже, наверное, в тему здесь, да? С таким стартом. Длинные румы это опасно. Тут даже L-рума скорее безопаснее, чем эта длинная рума. А, копейка. Логично. Я так подумал, что это какая-то копейка. И как там состояние у нее? У нас-то их живых уже осталось, по-моему, очень мало. Но это дело хорошее, если реально сможешь ее оживить нормально. Ставки в рубе. Опять раздался. Almost fell asleep too, lol. It's fine. Sleep is good. Ставки все вернул. Казино вернулось. Так, ну 3 хп это уже получше. World, world. Лол. Фак! Я мог бомбы сэкономить. Эх. Плохой отскок пошел. Не лучшая рума. Не лучшая рума! Окей, нормально. Померла тормозная, трубки рассохлись, все двигатели можно ехать. Ну, звучит не сильно фатально вроде. Звучит довольно живо для 73-го года. Headless Games. Да, видимо, был хороший хозяин, да. Это тоже немаловажно, конечно. В таких случаях. Найс, комната. Взрывы просто бесконечные. О, хайп айтем.
помогу. Попал. Нормально получилось. Так, все, фул зачистка. Крэга догоняешь по стрику. Да не догоняю я его. Не, я его догоню, если не солюсь, если он будет опять это делать перерывы на воскресенье. Потому что он слабый, он не может второй день стримить. Тогда, возможно, мы сравняемся. Возможно. Но не факт. О боже. Интроллит. Шо, хп? 5 за одну. Вроде выгодно. С кетком. Хо-хо-хо, окей. Ну, ладно, с хп вроде мы пока решили все проблемы. Найс, повезло книжку. Та-ха-ха-ха, если с глиной не будешь фармить полтора часа, то догонишь. Ну, ведь глина это заебись. Глина это лучший фарм в этой игре, который только в этой игре теперь есть. Это же лучший. А почему он об костер не умер? Он прям в костер прыгнул, или чего? Или потому что это Берни Бейс, типа у них иммюн к кострам здесь у всех. У них у всех иммюн? Они все не умирают от костров? Они же раньше умирали, по-моему, от костров. Когда в них прыгали. По-моему, как-то наебали. Опять, опять наебали. Хоть это урон не сразу. Окей, возможно. Сильно не замечал. Это работает там. Ура, рейндж, размер слез, ура. У нас, возможно, ангелы. Ладно. Ура. Ладно, похуй, поехали. Typical Devil сделка. Репентанса. Фарм. Фарм. Начинаем снова фарм. Я могу скоро сосрать, да? Bombs are key. Типа все остальное нормально, тирейт сильно не отнимут. Вроде тирейт хороший. Нет, никто игру на стриме не заказывал. Я всрал! Точно, я забыл, как это работает. Фак. Я забыл. Привет, Морти. Всего 3 саб, Морти. Привет. Всего 10 рок. Как же она читает, как это прекрасно. А раны с рокботомом, по-моему... Бля, я не помню. Надо постреть. Я же даже посмотрю. Там был какой-то ран с работы, но он, возможно, еще в очереди на... На... Возможно, он в очереди. У меня же там очередь, типа, пиздец, там до конца июня уже очередь.
Если уже не на июль. Я типа там заливаю по три рана, но типа даже этого много. Вернее, мало. Мало-много. У меня был, по-моему, всего один ран с рок-боттом. И честно, не помню, какой это был ран. Кажется, либо он уже был, либо скоро будет. Может, он уже был. Бля, не знаю. Наверное, в тайтле нет робота, поэтому, наверное, рип. Так, наверное, не найти будет. Ну, что-то было. Что-то было с роботом. Какой-то ран. По-моему, это было в этом стрике. Хотя, может, это было в прошлом стрике. Блядь, я теперь уже не знаю. Блин, вопрос у меня в тупик поставил. Я теперь ничего не помню. Может, это был прошлый стрик? У Bad Comedian вышел новый обзор. Это важная информация на этом стриме. Ну это мем, что типа теперь можно свапать эту золотую ключ и бомбу. При помощи таблеток это, конечно, мемные механики. Такого раньше вроде точно не было. Это вроде новая херня. Уже в этом DLC сделали. Причем это в теории даже может быть полезно. Но не в этом случае. Сейчас оказалось не полезно. Сейчас все наоборот. Ну да ладно. Ту-ру-ту-ту-ту. Holy White Death или Satanic Bible? Это что за вопрос? Что такое Holy White Death? Это пони белая? Типа, что из этого лучше? Или о чем это вопрос? О, господи. Гусеница. Монетки я проебал, да. Надо было одну как оставить, там можно было сделать говномост и через говномост забрать деньги. Это ошибка. Это правда ошибка. А вот и золотой ключ. Можно было обойтись и так, да? Можно было и так обойтись. Ну ладно. Так, подожди. Магаз. Магаза не было, не было в этом руме. Сейчас. Сейчас все сделаем. Еще почему-то книжку вообще не использую. А, хулевый лес, а Crack the Sky, окей. Crack the Sky... сложно. Если это рана в ране, наверное, все-таки Библия лучше. Библия дает хп и дает шанс на ангела дьявольские раны. Мне вот что нравится, ты можешь, короче, не лочить с ней, если ты нашел ее где-нибудь, ну, вне сделки. То есть ты можешь не лочить, и у тебя будут девилайтом типа с книжки, будет кажеташ, и будет ангельская сделка, типа, вне этой херни. То есть ты можешь и то нафармить. Это прикольно. Не потому эта книжка бывает заходит. Чтоб можно было и те сделки смотреть. В ране. Как дуалити, только которая при этом еще реально это работает. В отличие от дуалити, которая нихуя в этой игре не работает.
это настоящая дуалити. Уже максимально хп. Так, нажать. Кстати, а карбетери же, наверное, работает на эту хрень, наверное, работает. Ставка у нас обчас, чего? Странная ставка. Сапчас 11 минут ран. Чего? СКДФ ты троллишь? О, СКДФ троллит нас. Спасибо за good luck, Need for Speed. Что, бля, мать? Именно. Что, бля, несет? Или вернее, что, бля, нести? А, ну сюда, глину я могу найти, это правда. С глиной все возможно. Тогда там надо на саб 3 часа ставить сразу ставку. Не на саб час. О, плюс муха у нас. Давай еще муху. Мухи полезны. От слез защищают. Даблкирума, там какие-то приколы, наверное, могут быть. Хотя, правда, какие приколы? А там, возможно, это, D6 рума. D6 рума меня устроит. Типа пятерку я... Ну, хотя это кейс 2. В принципе, можно на пятерку прожать. Наверное. Еще есть еще пофармить. Надо фармить. Сколько дэмэджа на фистлоиде, интересно. Как сильно он дамажил этой херней. Ты гусеницей. Бро. Хватит. Найс эмот, what the fuck. А как это ему так сделали, типа? Ты ему пасть такую сделали, окей. Забавно. Прикольно выглядит. О, пятерка реально. Пятерка. О, бля. Шипы. Фак. Шипы страшные. Бомбу забыл. Блед. Ладно, может еще вернусь. Я думаю, пятерку мы нажимаем, наверное, все-таки. Наверное. Типа, это еще ранние этажи. Надо фармить. Опа. Не трогай его. Голова уже почти уже все ушла, по-моему. Уже немного хп осталось. Мага сначала. Чё он ничего не делает? Как его заагрить? Ну, типа вот, я направляю в эту сторону, или прям надо на врага, чтобы он понял. Он нихуя не делает. Как? Как это сделать? Почему он ничего не делает? Оо! Это ж фарм. Это фарм? Wait. Double tap? Возможно. Вы пойми. Зови. О, а теперь пошло. Уж реально double tap. Во. Так. Давай еще зови. Во, давай, давай. Зови. Зови еще. Мало. Что есть? Или все? Ну-ка. Три это кап? Так мало? Камон. Три это мало. Давай еще. Не, походу все.
Ладно, теперь панда. Отдыхаем. Тоже заберем. Ау. Просто я себя вообще не вижу в этом месте. Как неудобно этому. Что ни хера не видно. Где ты сам находишься часто. На старте рума особенно. В этом месиве. Ужасно. Так. Дэмэдж хорошо. Где я? Где я? What the f... Уйди! Я нихуя не вижу, отъебись от меня. Окей. Взял. Господи, какая неудобная херня. Он просто перегораживает меня, нихера не вижу, где я сам нахожусь. Мой спрайт вечно перегораживает. Ужас. Причем... А, слезы большие, потому что... Тропикомит. Конжоинт? Разве? По-моему, это не конжоинт. Рейд. Спасибо за рейд, Глеб. Привет, Глеб. Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать. На очень скомканный Иден Стрик. Как ваши анлоки проходят? Так, бомбу забрал, которую оставил. Шипаж полетели. Амлоки медленно, верно? Ну, главное, что проходит правильно. Чего уже спешить? Вроде игра финальная, вроде это последняя DLC. Можно его хоть 2 года проходить, наверное, уже. Ничего нового больше уже вроде уже не будет. Опять только не обманут. Может опять обманут. Уже неизвестно точно. Блин, компания уже получается такая. Конечно, уже уверенная. Сколько у меня уже? 1, 2, 3, 4. 4 типа челика и еще... Челик спавнит челиков. Нормально получается. Неплохо, неплохо. Айзек 2, я думаю, не скоро будет, если он вообще будет. Это явно... Даже боюсь представить, когда это будет. И что это будет за Айзек 2. Просто мы видели, что сделали супер мидбоем новым. Честно говоря, я не уверен, что это будет хорошо, если будет что-то подобное. Такой Айзек 2, может, будет, по сути, не особо нужен. Так что, думаю, там-то останется. Макмиллан, наверное. В разработке, поэтому, наверное, будет получше. Но все же. Очень специфичный получился супер мидбой новый. Очень на любителя. Ой, я убил челика. Че с ним? Он очень странный вышел. Они там из него какой-то сделали автоскроллер. Типа они враги, они все равно типа их берут на себя, окей. Ну ладно. Как бы игра может неплохая, конечно, но... Первый все-таки был поинтереснее вроде. Конечно, там тоже, может, своя аудитория есть. Нового мидбоя. Но те, кто играли в старый, и очень активно, в основном его не оценили, по-моему, тоже. А, это еще и букворм, ну-ка. Я забыл, что я с книжкой стартовал. Вот оф... Сколько он их там сделал? Вау. А, стоп, или это... А, это типа были осколки, да? Типа горящие. Это были не пауки. Паук типа один.
Не, ну Meat Boy это другая игра, и так понятно, маленько другого жанра. Там да, там нет такого, что ты будешь типа в него играть бесконечно. Только если это, спидраны. Хотя не знаю, типа особо ли ранит нового Meat Boy, типа старый-то, то он жестко спидранится. Типа первый Meat Boy. Там даже, по-моему, свое комьюнити есть довольно, ну, довольно большое, по-моему. Там, типа, есть интерес. Насчет нового не сильно в курсе. Даже за это знаешь, кстати, тоже люди ранили. Я помню. Который, типа, тоже считает такой, типа, аналог Meat Boy. Который был все-таки от Макмиллана. Тоже такой платформер. Там тоже какие-то были спидраны вроде. Дрочилова там не то слово. Дрочилова-то там жесть. Спидраны. Не боже, конечно, но типа тоже. Ну, платформеры, спидраны, это такая тема. Интересная. Это чисто мувмент. И чувство игры. Но там да. Там все довольно жестко было. Со спидранами. Не, ну компания такая прям большая уже. Или меня уже стало меньше, подожди, я еще понять не могу. Вроде... Не, вроде... А, я потерял Брим мужика. А, не, не потерял, остался он. Брим мужик есть. А, потеряли мужика... А, не, стоп, вот он. Тоже остался. Короче, все осталось. Брим мужик есть, челик, который спавнит этих... Ангелов тоже есть. Это хорошо. Типа, по идее, самое полезное, наверное, здесь. Не убивайте. Хорошо, бустер пак. А, там опять рума на два ключа. Подожди, там опять дайс рума. Wait. What? Опять дайс рума? Да вы троллите. Там же опять будет 5 рума. Наверняка, да? Это опять будет цикл. Бесконечно. У меня же было, что у меня, по-моему, 3 этажа подряд было это дайс румы. Именно которые с этим. Да тка! Меня бесит, что не бомбы мои забирают. Да, это опять пятеро. Полетели. Мемно. Я застрял. Чап-час. Чап-час. Чап-час, может, успеем. Господи, как это делать? Этот урод опять бомбу заберет, но он опять меня взорвет. Как это, сука, сделать? Тут просто вижу, он забирает бомбу, я не могу ничего сделать. Собака. Ну что за говно? Ну типа, вы чё, блядь? Что это? Почему это так работает? Это не имеет никакого смысла. Я просто не могу от него оторваться. И он бомбу мою забирает, и, блядь, я все. Привет. Минус, минус лицо тут же. Что это за хрень? Тут говорю, потому я не особо так не люблю. Тут сейчас все умру, потому что шипы лоу. А, все, все умерли, окей. Клятки шипы. Ненавижу. Ладно. По крайней мере, все, я теперь могу бомбы использовать. Ура! Бомбы можно использовать. И мем. Типа вроде на контрол они тут не замирают, да, эти? Вроде я пытался нажимать. Типа, чтобы они стояли смирно, а я мог двигаться. Скажи, я троллю. Может, я троллю? Типа нажал контрол. По-моему, ничего не изменилось сильно. Не, они так же двигаются. Фигня. А там кто угодно из друзей так делает. Потому что у меня бомбы, которые... Вот эти бомбы, да? Вот. Вот эти белые бомбы, они липнут на врагов. Ну, типа, они как бы враги. Игра
типа думаешь, это враги, хотя они, по сути, как бы мои друзья. Ну, короче, бомбы на них липнут, и они идут за мной, и в итоге на них бомба моя залипает, и меня же дамажит. Получается не очень удобно. И как бы это очень сложно избежать, потому что они мои действия полностью повторяют. Короче, это какая-то срань. А не механика, конечно. Очень странно сделали. Мне кажется, просто они это не доработали, потому что с чего ради на них бомбы липнут. Если они типа дружелюбные. Они ж френдли. Не должно так работать. Are you poking today, I mean? Ну, game trolling me a little bit. For some reason sticky bombs work on this, like, charmed enemies. And they explode on me sometimes. That's not very nice. Post it in Discord? No. Especially not speedrun Discord. I don't want to do this email ever in my life. That's the second magic mushroom of the day, I think. Something broke. I'm getting way too many magic mushrooms lately. And mushrooms. If I make a repentance tournament, will you join? You mean like what? Like no mods? Or like Racing Plus tournament? We need a prize pool. If there is a prize pool, then I will probably try it. Привет, Дес. А, камень? Уже поздно. Я уже ушел тут. Ладно. Да, я думаю, все нормально будет. Это как дела, Дес? Выписали, нет? Гримы. А, бля, я не видел. Господи, ни хера не вижу. Они все перегораживают. Ничего не видно. Нажать. Кто здесь? Спины? Нет? А, пауки просто. Странно, думал, тут пины будут. Или было похоже на пин-руму. A haunted chest cringe, I unlock them. Yes, oh yeah, they are very cringe. They are ultra cringe. I like how you unlock like such a shit unlocks with like Tainted Lost. It's pretty funny. Сундук колючий, у него кровь на сундуке. Типа там видно маленько. Там, по-моему, слева внизу, что ли, на нем кровь отображается. Короче, если будет, я, может, даже покажу. Если еще где-то увидим. Ай, бля. Ай, бля. Ай, бля. Быстрее. Друзья умирают. Что за мод показывает предметы внизу? А, называется Rebirth Item Tracker. Команда Tracker. Есть там ссылка на него, есть. Это не мод, это программа, короче, отдельная. Это не совсем мод. Дюк, прокни команду. Исполни свой мудрский долг. В
будешь по полезным. Боже. Ай, бля! Чё ж такое-то, а? Чё они себе позволяют? Я ничего не вижу, отдай! Да, сука, ладно. А! Торбиталки в этой игре не нужны, насрать. Торбиталки больше не имеют никакого смысла. Все, ничего не знаю. Поехали дальше. Господи, какое говно. А, ну, блядь, опять, конечно. Вот видишь, что происходит. Ну, what the... Come on. Они опять воруют мои бомбы, сука. Идите нахуй. У меня суп стынет, уроды. Ебитесь. Дайте я поставлю бомбу. Дайте в жопу, нахуй просто. Что за тупые синергии? Почему так работают? Нахер. Суп просто уже остыл весь. Все, весь суп остыл. Всем остыл. Весь дымыш потерял. Все потерял. Ну, опять дай скому. Опять пятера. Не дай бог, опять пятера. Не дай бог. Я же опять буду фармить. Троллить это третья Dice Room. Третья Fagmina Room за сит. Чё происходит? Ура, больше фарма. Снова фарм. Еще больше фарма. О, нам дали боуни кафедрального. Приятно. That was 5, I think it's the third Fagmina Room in this seat. It's gonna be third one. Нет, yeah, that's a get me now. I can't see. Okay, I can. Дурака поднять, а я не успею все равно. Я не успею на пустраж. Нет смысла особо там уже ничего уже поднимать. Давайте эту урон почекаем, наверное, полетели. Уже все, но уже остыл, а суп все. Суп совсем остыл. Суп мы потеряли. Суп, который мы потеряли. Все. Ой, я стал быстрее, подожди, я теперь могу от них отрываться. Это приятно. Полетели. Нажал. Да-да-да, активку них нажал. Забыл практик, господи, что происходит опять. Я пошел отсюда. Ай, блядь, не пошел. Бомба. Меня бомбу украли. Фак. Бро. Бро. Плиз. Ага. Ужасно. Как же это все ужасно. Это камень? Я не вижу нихера. Это не камень. Нет, это камень, но это не камень. У него полет. Турок еще полет. Можно и мне полет. У меня же будут магазы в амбе, вот что я понял. Это, наверное, хорошо. Сундук, да, сундук был. Я просто нихера не вижу. Они все перегораживают. Ничего не вижу. Так, активка. Ну и месиво. Это же Depth 2, да, уже? Стоп! Ну это ж не сработает. Слава богу. А то я уже испугался. Я уже испугался, что это будет работать. Слава богу, нет. Ну что, пошли искать опять Dice Room. Наверное, опять поди будет. Давайте поищем. Я еще не видел этому руму тоже. Так, этому руму нашел. Неплохо. Неплохо пошло. Сейф бьют спайк-блоки или нет? Я что-то не сильно в курсе. Или спайк-блоки их не бьют? Что-то я особо сейчас не увидел. Возможно, бьют. Покемоны, лол. Лулендит. Дамагадалот, там формула теперь сложная. Там теперь особо можешь на дэмэдж не смотреть.
Там, короче, у тебя вблизи x3 damage. Прям совсем, если близко стрелять, там 3x3 и дальше падает. Чем дальше, тем меньше дэмэдж. Там теперь мемная формула. Я не вижу, где я опять. Ты пошел, ты давай бей их. Ага. Там что-то ребят уже много это покореженных. Так. Лопата, да зачем мне лопата? Лопата в таком ране это лишнее. Один каурона, Грег недавно выглядел один каурона. Но через дрочь красного ключа. В течение 3 часов, по-моему. Или 2 часов. Он там сделает 1000 урона. Я в этой игре, по-моему, пока еще ничего такого ни разу не делал. Хотя, возможно, в гридмоде делал, возможно, в гриде было что-то подобное. И то не факт. Типа там через D20 все еще можно ломать. Но не помню, ты что иначе не делал. Но в теории нет, все еще можно, опять же. Почему нет? Ломать игру все еще можно набрать там всякие эти мультиплееры. Шэдоу, корону, полифему, сакрид харт, маскару, раптозис, еще что-то накинуть. Миллион дэмэджа и типа там и 2, и 3, и 4 тысячи дэмэдж будут запросто. Are you allowing beach stress and streaks? What beach stress? Exactly. I am allowing anything. Except like 7 quits. Basically. Only like 7 quits if like if you abuse something. Because I actually do 7 quits sometimes because this game is fucking buggy shit. Sometimes I do 7 quit to like to have a checkpoint. Game crash. YouTube splicing. What? What the f- Bro, why? Why he like that? Я могу взрывать. Даже я же могу всякое взрывать могу всякое. Ты кривой. Ты не здесь, правда? Ладно, что сюда. Ладно. Хорошо. Может быть не здесь. Может быть я в это даже верю. Ну, реально, что странно, они очень долго живут. Обычно я редко умудряюсь их в живых оставить. У меня обычно остается максимум один в живых. Кто-нибудь. Удача я ее потеряю тут же, я не буду ее брать даже. Я не верю, что я ее оставлю. У меня же, по-моему, ничего нет на удачу. У меня ничего нет на удачу. Нажать. Вот. Отдай. А хотя стоп! Не-не-не, я троллю. У меня уже магаз тут будет, мне тренинг больше не нужен. Он мне больше не нужен. Черепа, не бейте моих идиотов. Не бейте их. Не трогайте их. Надеюсь, это такой троллинг Алекса Лоха. Надеюсь, вы троллите. Тогда это может даже маленько смешно. А стрик это типа мой лучший стрик за все время. Который схавал внизу. Ссылки я сам не знаю. Тогда ладно.
Как же их много. Там челик аж завис, он, по-моему, боится. Он не хочет с нами дело иметь. Даже не выходит. Тейнтластас стриковал, но там... Там все плохо. Вернее, как плохо? Там неплохо было, типа, блин, это сильно нудная хрень. Там, типа, надо пытаться хули карту эту не терять, и потом все чисто уходит в твою удачу. Типа, либо ты находишь хули карт, либо не находишь, либо ты находишь плохих боссов, либо ты находишь нормальных боссов и так далее. То есть, как бы там скилл, конечно, есть, но, по сути, там сильно от удачи зависит. И особенно, типа, вот эта хрень, типа, по спауну хули карт. Потому что хули карт это такая, типа, рандомная хрень. Ты можешь найти ее хоть там, не знаю, по 5 на этаже, или можешь найти одну там за весь ран, за 10 этажей. Одну хули карту и все. Очень ужасная, странная хрень. Там был стрик, по-моему, то ли 5, то ли 4, по-моему, тогда. Причем я его похерил тем, что я нажал кликер, который мне дал этого Фаготана альтернативного. И как бы на этом стрик кончился, потому что у него нет души с кликером. Фаготан там бездушный. И все. Но вообще VR на Tainted Last'е 11, по-моему. До сих пор анти сделал. Я думаю, там, конечно, можно больше сделать, но не знаю, я честно не хочу этим заниматься. Мне так весело, как кажется, по-моему. Тогда все-таки повеселее и играется, и смотрится. Я опять не вижу себя. Я и Эриза баг, like obviously. Not supposed to be like that. And it will be fixed in the next patch, probably. А, просто было сердце? Ладно. В принципе, все равно уже full health. Я особо ничего не теряю. А, или там было серое, там уже было серое, да. Там или было половина Soul Heart, наверное, да? На сделке, которая... Да, вот оно было. Ой, как гомичка. Вот там. Не надо. Привет, дед. Не, ну сап час будет. That name, what the fuck? Oh, you can't... You can't understand this name? This is a pretty bad name. Yes, Drow is what you think. It's a very Monka TOS name. Как же троллит. Он тут много потерял, да? Или нет? Где потерял что-то? Это шипы, шипы, шипы! Шипы худший враг этого айтема. Schoolback? Fuck schoolback. I don't wanna go fucking spike room. I will lose all my friends on that spikes. Шипы из spikes. Spikes are the worst for this item. Я забываю про активку. Опять шипы, шипы. Аккуратно. Шипы. What the fuck? Почему там дамажит? Бля, я не вижу ничего. Nice void. Спасибо, нет. Лол. Nice market. Спасибо тоже, наверное, нет.
Убегайте! Вы чё, блядь? Монстра. Ну ты псина. Ну ты псина, просто всех убил. Одним бримом. Один брим и все. И все. И все кончились. Больно. Короче, монстр тоже худший враг, видимо, этого. Подсучик дает сердца за контакт дэмэдж. Если кого-то потрогаешь, то можешь получить черное сердце. За слезы больше нет. Тоже понерфили айтем. What? Там белые... Чего? А почему? А, потому что у меня холи-пуп. Холи-пуп. Окей. Ладно. Справедливо. Сундуки прокают как-то очень хорошо для такой удачи. Это удивительно. Я довольно много получаю сундуков с удачей. Потому что у меня весь ран удачи минус один, да? Интересно. Тоже не так часто такое бывает. Чтоб я вообще удачи не нашел. У тебя же хвост? А, у меня же хвост, возможно. Ладно, ладно. Тогда возможно ты из-за хвоста. Хотя я там получил сундук серый один. Только что. Вообще да. Вас правда помогает в таких случаях хватить удачи. Рект. Изи сапчас. О, господи. Yeah, it's fine, just, you know, just get new friends, тоже it's fine. It's fine. Circle of life.